Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем занятии. Сегодня мы изучим такую технику, как пасрому. Техника для акварельных красок. Понадобится нам как раз акварельные краски, вода, кисточка, формат. И последнее, что нужно, это несмываемый маркер. Но если такого под рукой нет, то можно обойтись обыкновенной шариковой ручкой. Вот как у меня. Начинаем мы с рисунка. Рисуем котика. Отрисовываем ему мордочку. Вот я начинаю с носика. Можно сделать носик оригинальный, сделать его сердечком, например. Отрисовываем мордочку. Котик будет стилизованный. Так вот мы аккуратно проводим линейный рисунок. Фантазируйте для своего котика как вам угодно, как вы пожелаете. Нарисуем сразу лапки. Вот так. У моего котика глаза будут закрыты, он будет спать. Обязательно нарисуем усы. Можно прям так не скромничать, сделать большие усы, длинные. И как мы знаем, у котиков есть вот такие вот реснички. И, конечно же, ему нужны ушки. Ушки — это просто вот такие вот треугольнички. Все, наш контурный рисунок готов. Можем приступать к нашей технике. Ручка нам больше не нужна. Нам нужно намочить формат. Это можно сделать под краном, либо поступить, как это сделала я. Намочить широкой кисточкой весь формат. У меня кисточка немного замарата оранжевой краской, но это не страшно. Хорошенько намочим формат. И пока он не высох, нам нужно сделать котику шерстку. Хорошенько намочим. Тогда котик будет пушистый. У меня будет рыжий котик. И посмотрите, вот такими прихлапывающими движениями я начинаю рисовать круг. Посмотрите, мне кажется, уже выходит интересно. Краска растекается. И котик становится пушистым. Добавим немного красного. Вот так вот мы отрисуем как бы полоски. Также можно не сильно мокрой кисточкой удлинить шерстку. Котика можно делать абсолютно любого цвета, как вам хочется. Я, наверное, добавлю еще немного алого и немного фиолетового. Получу такой бордовый. Сделаю тоненькие шерстинки по хвосту. У меня больше всего воды. Немножко отрисую мордочку. Угу. Да, все-таки хвост еще не так подсох. Вот, коричневый будет хороший контраст. Отрисуем им тень под котиком. Лежать у нас. Вот. Вот рисунок готов. Давайте покажу вам поближе.
Всем спасибо за просмотр.